Здравствуйте, моему видеорегистратору в машине уже больше 2 лет, и он начал отваливаться, вот буквально не держится. Смотрю, что с ним произошло, закрываю рычажок, и видите, поверхность слишком стала плоская. Берем фен для того, чтобы исправить эту ошибку. Закрываем рычажок, чтобы эта поверхность была втянута вовнутрь. И разогреваем, греем до тех пор, пока он не начнет плавиться. После этого в закрытом состоянии, в таком, оставляем остывать. После того, когда он остыл, мы пробуем его в деле. Смотрите, и уже заметно, как поверхность стала намного углубленней. Он прилипает теперь даже без закрытого рычажка. Просто прислоняете к стеклу, и он уже прилипает самостоятельно. А с закрытым рычажком его вообще невозможно оторвать.